Что? Стража тут бдительная.
Нужно убить воинов и разбить цепь, чтобы корабли могли плыть дальше. Механизм должен быть внутри. Механизм должен быть внутри. Цепь убрана, путь для кораблей свободен. Поднять парус! Ждем твоего приказа. Оружие и доспехи здесь? Да, хозяйка воронов. Хорошо, теперь ждем наших друзей. Здравствуй, старый друг. Когда появилась возможность напасть на Уэссекс, ты вспомнила обо мне. Какая честь! Эйвор, как идут приготовления? Мы готовы взять Рочестер? Собирай людей. Пора вытащить мышь из норы. Что-то пьют-то. Какую-то бать баланду. Баланду тут кто-то пьют-то, я понял. Thank you.
масло! Готовьтесь! Осторожно! Готовься! Падите предо мной! Прячься! Масло! Щиты! Осторожно! Укрытие! Да! Береги стрелы! Поднять щиты! Укрыться! Поднять щиты! Прячься! Падите предо мной! Тогда надо потушить. Осторожно, масло! Сделаю.
Эдмунд прячется в главной башне. Наступаем! Thank you.
не позволю тебе взять этот замок! Тебе не жить, дама! Рочестер не попадет в руки твоим грязным псам! Ты умрешь! Смело взять этот замок, Данка. Воины Альфреда скоро покарают тебя. Мы здесь не ради мертвого камня, Тент Эдмунд. Будьте прокляты! Ты и твои башки! Я не позволю тебе управлять мной! Скорее умру! И сколько твой король заплатит нам, чтобы сохранить тебе жизнь? С юга приближается войско. Настоятель монастыря Святого Адриана. С ним целый фирт. А, аббат Кинеберт! Хвала Господу! Если тебе нужно лишь серебро, у церкви его в достатке. Если мы договоримся, ты будешь свободен. Пары сундуков хватит за жизнь крысы. Не будешь молчать? Придется перерезать тебе горло. Ай! Полегче, язычник! Не так грубо, дитя! Ты умрешь за все унижения, которым подвергла меня Данка. Ничего личного, Тен. Для меня ты значишь не больше, чем сундук серебра. И ради этого ты взяла приступом мой замок и убила моих людей? У тебя нет чести. Довольно. Или отправишься к саксам без пальцев на руках. Да! Эй, вы, язычники, отпустите его! Или вам всем конец! И что же ты предложишь нам взамен? Вашу жизнь! Мы слишком многих потеряли. Этого мало, раб Христа. 20 сундуков серебра. Дай им все, что просят, Кинеберт. Это опустошит казну слуг божьих. Я не могу заплатить столько без ручательства. Эдмунд? Хочешь выторговать что-то за мою жизнь? Ты так быстро прибыл, аббат. Эти черви только что взяли мой замок. То была воля Господа, Тедмунд. Он послал мне страшное видение. Язычники хотели убить тебя. Это совпадение меня настораживает, аббат. Ты... Господи Боже, что с тобой? Мне нечем дышать. Он мертв. Без сомнения, от яда. Нет, нет, нет. Поднимите его. Он не может умереть. Не должен. От яда? Кто же мог успеть его отравить? Многие короли и пугливые люди носят с собой яд.
чтобы не попасть в плен и не платить выкуп. Какой ужас! Альфред выберет другого и... Господи, Альфред! Что же я скажу королю? Мы выполнили обещание, Кенниберт. Тебе может не нравиться исход, но ты нам обязан. Я найду вашу леди Паладина. Я... Дайте мне день. Будьте в аббатстве завтра, и я... О, боже, боже! Мне до смерти надоели эти проволочки. К Йотунам, Кенниберта. Найдем Фулки сами. Тише, Эйвор. Освободи Гедрика от клятвы. Встретимся в аббатстве Кенниберта. Сегодня ты сражался как настоящий зверь, Гедрик. Твоя клятва исполнена. Я рад был биться вместе с тобой против псов из Уэссекса. Пусть наша дружба будет вечна. Мне не интересны склоки христианских владык. Я здесь ради Сигурда. Понимаю. Как найдешь его, возвращайся. Устроим пир и выпьем меда за нашу дружбу. Охотно. Что с ним делаешь? Кушать.
посыла между купцами выделить. Я тебе оставлял между прочим, а ты что-то не сказала, что туда сюда что-то решили. Да, Санька, 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 не знаю, ну хочет? Хочет, сегодня. Пожрала что-то в краю. Она пахнет мясом. Она пахнет, да. Уже? Ну, наверное, на краю какие-нибудь там не было. Тут не открыть, только с той стороны. Только не говорите, что вылетел. Ёб твою мать, пиздец. Что случилось-то?
Молчи! Бросим, тварь! Huh?
Здесь слишком тихо. Где монахи и люди аббата? Сказала бы, что рада встрече, брат, но мне как-то не по себе. Что здесь произошло? Я следил за аббатом по пути сюда, но не видел ни его прислужников, ни монахов. Их убили? Не думаю, но в могильной тишине мало хорошего. И где же аббат сейчас? В своих покоях. Идем. И будь настороже. Ты не думаешь, что он замыслил предать нас, брат? Зачем пастырю Божьему союз с еретичкой? Кеннеберт жаждет власти и славы. Раз Тедмунд мертв, ему придется добиваться их иначе. В этом есть смысл. Держи клинок наготове. Опа. Кеннеберт, твои гости прибыли. Входите. Ужин ждет. Дорогой аббат прислал приглашение. Сказал, что мои друзья ищут меня. Для ужина рано. Но эль Кеннеберта так славно идет под баранину с горошком, корицей и черникой. Я не устояла. Где мой брат? Он... Разве он не здесь? Боже, я ему не сказала. Убьешь ее, не найдем Сигурда. Сядь, Эйвор. Ешь. И послушай историю о том, кто говорит с богами. Смеешься? Я убивала и за меньшее. Разумеется. Таков этот ужасный мир, верно? Мы с тобой забиваем овец, когда нам вздумается. Большинство людей годны лишь на то, чтобы умереть. Ничтожество. Но не Сигурд. Сигурд совсем другой. Его коснулось нечто высшее. Его устами говорят боги. Он поверил в твою ложь. Твои слова подобны яду. Нужно было слушать, Эйвор. Я говорила. Боги существуют, и мы завладеем их мощью. Ты не найдешь его. Пока я не закончу. За старых друзей! Как же вкусно, Кеннеберт. Мне не чудится тут гвоздика? Что ж, с ужином покончено. Убейте их. Тела доставьте в мой санктум в Кентербери. Они скоро будут здесь. Может быть, есть другой выход? Чего? Я думаю, что мне цветок уйдет. Или мы не найдем Сигурда? Я отправлю вас к вашему богу, Саксы! Вы слышали, господа? Ответь!
Луки обмолвилась о Санктуме в Кентербери. Да, и без всякой нужды. Нужно быть настороже. Может, это ложь? Возможно, но других следов у нас нет. Хочется думать, наша цель стоит стольких смертей. Жизнь Сигурда, моего брата, конечно. Так пойдем же, вместе нырнем в пасть гибели. Я и не надеялся дожить до старости. Все это не напрасно, Эйвор. Мы найдем Сигурда. Дело не в нем одном. Фулки получит свое. Летних туманов и сумрачных лесов. Англия хранит много тайн. Я хочу раскрыть их все. Эта земля вечно противится нам. Огрызается, как загнанный в угол пес. Не знаю, смогу ли я поселиться здесь. Возможно, звезды ведут тебя иным путем. И долго не здесь. А ты скучаешь по своей родине? Я давно там не был. Но она прекрасна, если забыть о тщеславии, надменности и низости людей. Хотелось бы ее увидеть. Можешь, если хочешь. Мой отец был зодчим, строителем настоящих чудес. Он возвел большую мечеть в Самаре. Но один из приближенных халифа присвоил его заслугу себе. Отца изгнали, и он умер нищим. Жаль слышать. А как же верность, беседы друзей у очага, а нежность и тепло? И объятия любимых. Есть лишь горстка достойных, что возвышаются над прочими. Отважных и прозорливых людей немного. Сигурд один из них? Верно. В этом Фулки не ошиблась. Я боюсь за него, Басим. Мне нет покоя, пока он в плену. Равно как и мне, друг. С тех пор, как римляне покинули Англию, здесь мало кто ищет знаний и хочет учиться. Немногие оставшиеся книги прячут под замок в церквях, подальше от простого люда. Треллы и Керлы не умеют читать. К чему им книги? Но могут научиться у священников. И открыть для себя огромный пласт истории. Аристотель, Пифагор, Евклид. Древние знания скрыты от всех, кроме немногих монахов. А ты изучал их труды? В юности я был одержим поиском понимания и проводил много времени в Доме мудрости в Багдаде. Это школа? Великая библиотека, где собраны труды мудрецов. Сокровище для юнца, ищущего ответы. Однажды я сидел, скрестив ноги, и читал труд великого астронома Аль-Хорезми. Но со скоростью срамящей юнцов его выхватил у меня из рук сам этот ученый муж. Я не мог вымолвить и слова, но он был благодушен и открыл мне чудеса науки. Что же ты там изучал? Календари и расчет хода Солнца, Луны и пяти планет. В этих формулах был четко виден божественный замысел. И я спросил, в этом ли познание природы Бога? Ты увидел своего Бога в рунах? Я познал мудрость, и с тех пор ищу ее источники. Эйвор, нам ведома лишь часть мироздания. Большинство замечает лишь песчинки. Но некоторые, вроде Сигурда, видят течение песка. Фулки нашла в Сигурде то же, что и ты сам? Думаю, так и есть. В Кентербери нам не рады, так что не привлекай внимания. Так и несет благочестие.
пролом, Басим! Вперед на пролом, как тупые быки. Пойди прочь! Осторожно и скрытно. Готов? Давай за мной. Это ловушка. Зачем Фулке выдавать свой сахар? Она ждет нас. Уверена в себе. Но еще не знает, что ей грозит. Она слишком умна для этого. Басим, ты получаешь меня как ребенка. Берегу тебя, как отец. Твоя смерть была бы бессмысленна. Тебе еще много лет. Опять загадки, хитрец. Не загадки. Твоя судьба не в том, чтобы залить дом и Бога своей кровью. Защитники блаженного Августина Кентерберийского поклялись не стирать всех язычников, вступивших на наши святые берега. Пусть мечи поверженных врагов Христа станут предупреждением. Бог с нами в наших сердцах и на нашей земле. Если она еще здесь, я спалю этот дом Божий дотла. Должно быть, это путь к Санктуму Фулке. Так идем же. Что опять? Ботинками мы поедем, за охуенными ботинками, заебать вот не в неделю, а охуенными премиального качества, сегмент качества, квадратчества, охуенные, блядь, ботинки, охуенные, блядь, всем ботинки, ботинка, ебать всем, кто прет, эти ебаные ботинки. Охуеть, пиздец, какие-то охуеть. Охуеть, потерял они, бля.
Охоенно теплыми батиками. Скал, где все? Что это за сопротивление? Все нормально было. Общались по-человечески. Что ты видишь, Сюнин? Чую ее вонь. Помоги, Басим. Сигурд внутри.
Фулке! Я здесь! Покажись! Осторожно, Эйвор. Не сыграй ей на руку. Чертежи большого замка в Уэссексе. Найдутся ли здесь уязвимые места? Что значит все эти невнятные речи об эльфах и демонах? Странное послание. Надпись на камне Сак, прочитанная Сигурдом. Что об Ордене Древних. Фулке стоит у власти, но не возглавляет его. Эй! А ну перестань кудряшить мои розы. Прекращай. Фулке плела гнусные сети. За каждую каплю пролитой крови Сигурда я нацежу рог ее собственной. Евангелие от Магдалины. Сигурд. Нашел что-нибудь? Хоть что-то полезное? Возможно. Крепость в Суссексе. Орден обучает там воинов. Надо знать точно. У Сигурда мало времени. Что-то еще? Записи, которые заинтересуют незримых. В том числе Хайсама. Но что до Сигурда, единственный след ведет в Порчестер. Если он в замке Порчестера, нам понадобится большое войско. У меня появилось много друзей в Англии. Они откликнутся. Верно. Басим, она отрубила ему руку. Скажи, он справится? Он может выжить. Но дух — совсем другое дело. Подобная потеря сломит любого. Если ты думаешь, что он лишит себя жизни, как Тедмунд, забудь. Скажу своим людям, что их ярл еще в плену.
Им это не понравится. Мы справимся, Эйвор. Я отправлю весть в селение, когда узнаю больше о Порчестере. Готовься. Голову.